Так, здравствуйте, друзья. Сегодня будем играть в игру «Здравствуйте, полцарство, когда принцесса». Король Сигизмунд любил поесть. Как-то к нему в гости приехала племянница, принцесса Елена. Король ел и предавался воспоминаниям. Как вдруг... Начался ураган, какого не было уже лет 200. По воздуху летали животные, дома и люди. Замок Сигизмунда кое-как устоял, но беды на этом не кончились. Ураган разбудил дракона Агнедона, ночного охотника. По преданию, чтобы опять уснуть, Агнедону нужно было съесть 38 человек. Предание могло врать, но восьмерых дракон уже съел и, кажется, ложиться спать пока не собирался. Дальше больше. Елена узнает, что во время урагана в ее отца попала молния. Будет он жить или нет, непонятно. Нужно срочно ехать домой. Но все дороги разрушены, селения разорены, а над страной кружит голодный дракон. За дело берется рыцарь Артур, известный своим умом и бесстрашием. Ему предстоит не только проводить принцессу, но и восстановить разрушенные земли. Сигизмунд пообещал ему в награду за это новый замок. Но всем известно, что нормальные рыцари не заботятся о наградах. Их интересуют только подвиги и любовь. Счастливого пути! Итак... Начинаем. Расчистите дорогу на север от сваленных бурей деревьев. Это первое и самое простое испытание. Задание уровня скорости 3. На этом уровне вам предстоит освободить дорогу до места, то есть разобрать 3 завала, чтобы не затащить другие завалы. Отлично, теперь изменить таким же образом остальные завалы. Чтобы убрать препятствия, работнику нужна пища. При этом разобранный завал приносит вам ресурс древесины. Вот сыр. Все, наша принцесса поехала. Вы улучшили свой замок. Успели до вечера и улучшили свой замок. Мы строим себе новый замок. Только ватюшка пока. Так, ну поехали дальше. Вы не всегда будете иметь достаточно провизии, поэтому вам предстоит попросить построить собственную ферму. Запомните, все базовые здания требуют древесину для своей постройки. Построив ферму, восстановите дорогу до моста и сам мост. Построить строение фермы, восстановить мост. Так. Теперь вы можете строить свою ферму. Ферма добавляет 1 единицу пищи в каждую игровую линию. Так, давайте строить. Постройте ферму, прекрасно на место под ферму. Отлично, мы построили свою ферму. Ферма регулярно приносит пищу. Теперь восстановить дорогу к мосту. Это запас пищи. Препятствие разрушенная дорога, восстановить ее и отправить в дорогу. Так, сначала мы еще берем. Так, разобранная дорога. Так, чтобы мост установить, нам надо 15. Так, это дерево ресурс в чистом виде, хватайте. Давайте его подогнем. Thank you.
вас тут осталось, лишь восстановить разрушение. Нас призывали вас чудо. Вы улучшили свой замок. Не хотите ждать, пока работник сделает работу и вернется? Просто улучшите стоянку, и работник будет задание построить строение фирмы, построить строение большая стоянка, набросать хворост. Большая стоянка. Теперь вы можете улучшать стоянку до большой стоянки. Большая стоянка позволяет использовать одновременно двух работников. Это вообще отлично. Так, сначала мы построим ферму. Улучшив стоянку, вы можете использовать сразу двух работников, чтобы улучшить стоянку и идти на ней. Отлично, теперь вы можете отправить второго работника, не дожидаясь возвращения первого. Давайте так сделаем. Сейчас дела пойдут в два раза быстрее. Чтобы превратить участок болота в дорогу, работнику понадобится 3 дерева и 2 еды. Еду приносит ферма, а дерево может собрать на ее. Если вы сумеете завершить уровень до наступления вечера, у вас замок будет лучше. Вечер особенно, когда индикатор оставшегося времени меняет свой цвет. То есть он дойдет вот до этой болота. Все, мы улучшили, мы успели. На многих уровнях вы обнаружите заброшенные постройки, отремонтируйте их, и они станут вашими. Важно сначала добиться до лесопилки на северо-западе, чтобы обеспечить себе постоянным доходом от дерева. А уж после этого начинайте строить дорогу через болото. Восстановить лесопилку, набросать хворост. Да. Забери.
Далеко на северо-западе растут диковинные цветы. Соберите их и отправляйтесь по дороге на восток. Найти цветок. 3 штуки. Восстановить мост. 2 моста. Лесопилка. Теперь вы можете строить свою лесопилку. Лесопилка добавляет 1 единицу дерева. Каждую игровую минуту. Так, лесопилка. Стоянка. Ферма. Так, давайте лесопилку. С деревом. Так, кроме постройки своих строений, вы можете восстановить заброшенные, если они имеются на уровне. Отправьте туда работать, вы можете восстановить. Так, мы так и сделаем. Так, бонус работы начинает двигаться быстрее. Часть экрана расположена в никакой бонус. Он заполняется до времени, когда он дойдет по одной из бонусов. Вы можете использовать соответствующие бонусы. Вот мы можем использовать бонусы. Он так быстро бегает. Так, нам осталось установить 2 моста. Надо 15. Так, да, мы успеваем в этом туре тоже. Давайте за едой еще сбегаем. Все равно быстро сейчас бегаем. Вот так мы завершили. Да.
цветы, которые вы собрали в прошлый раз, дают очень приятный аромат. Почему вам не посадить несколько таких цветов возле стоянки? Вырастить 3 цветка, восстановить мост. Так, стоянка работает, ферма. Да. 10 тишин. Да, это уже посложнее будет. На этом уровне у вас будет новый бонус. Добавьте работник. После него активации вы сможете использовать еще одного работника некоторое время. Так, давайте. Как раз не хватает. Так, давайте. Еду. Кончился, а он у нас все еще. Все. Наконец-то два полноценных работы. Так, сейчас будет три. Вообще не Поберитесь на побережье и достаньте жемчуг, затем отправляйтесь дальше на мост и восстановите мосты. А чтобы изменять поведение, пугающий работ, постройте храм, выкопать храм, исключить ручники, восстановить мост, вам нужно построить строение храма. Храм, теперь вы можете строить храм, построить храм, все признаки, как дальше не изменяют. Два бонуса, второй бонус, установка времени. Он универсальный и всегда помогает. Наверное, мы будем пользоваться, скорее всего. Потому что очень много чего сделать. Следующее будем строить. Стоянка.
Так, ну а древесины нам вообще не хватает. Да, категорически. Мы можем в этом уровне даже не успеть. А нам надо два моста Так, ну у нас есть шанс, Правда, маленький, но он есть. То есть этот человечек успеет набежать? Мы четко уложились в данное время. Жемчуг, собранный вами, оказался очень красивым. Соберите еще несколько жемчугов, восстановите лесопилку и выкопать 4 ракушки. Так, лесопилка, да? Стоянка, ферма. И что нам надо сделать? Ферма 10. Так, я сначала
Windows увеличивает сбор. А увеличение сбора, пока он активен, работники будут приносить больше ресурсов. Сейчас подождем бонусы. По болоту очень трудно, однако здесь разбросано несколько сундуков с золотом. Соберите их, собрать 15 золотом. Так, лесопилка. Сначала я строю всегда вверх.
еда ниоткуда она не упадет. Mm-hmm.
Так, ну мы опять на грани 15.5, у нас все хватает. Делаем это очень быстро. Да, классный бонус получен. Так, ну и последний. Вы улучшили свой замок. Уже что-то. Так, наверное, уровень 1.11 не закончен. Прежде всего, постройте склад. Склад очень полезная постройка. Когда склад будет готов, берите 40 единиц древесины, чтобы подготовить корабль к дальнему путешествию. Построить строение склад, собрать 40 древесины, отремонтировать 6 дорог. Теперь вы можете строить склад. Склад добавляет 1 единицу к каждому ресурсу, приносимому работникам, а также увеличивает количество ресурсов, которые вы можете накопить за 20 единиц. Так. Ферма. Так. Я всегда строю ферму первым. Построить склад. Склад позволяет накопить больше ресурсов, а также увеличивает количество ресурсов, приносимых работникам. Так, ну это вообще отличная вещь. Так, не хватает одного ресурса, да? Пойти работник, лесопилка.
Так, эту дорогу мы в самом конце построим, она нам не важна. Все. Сейчас мы здесь 8, 9, 7, 4. Так, а время-то нас поджимает. Так, ну мы можем строить уже. Все, давайте дальше. Время совсем мало. Торопитесь, надвигается ночь. Ну как? Кончились ресурсы. Блин, а надо было совсем чуть-чуть. Ну, рекорд. Так, давайте закончим. Следующий.